Здравствуйте, девушки. Представьте, пожалуйста, как называется ваш коллектив? Лале. А давно ли вы являетесь артистками этого коллектива? 10 лет. Прямо с самого основания? Ну, школа существует 11 лет, а мы занимаемся 10, потому что Лалочка сначала занималась только со взрослыми. Потом взяла деток, мы были маленькие совсем. То есть на протяжении 10 лет вы работаете вместе с вашим руководителем? Да. Можно какие-нибудь отзывы от участниц о вашем коллективе? У нас дружный коллектив. Ну, конечно, иногда бывает, ругаемся, но не без этого. А так, в общем-то, да. Поддерживать во всем, не только в танце. Во всем в жизни, мы по жизни вместе. У кого какие-то проблемы, мы стараемся друг друга поддерживать. А сколько человек тут у вас коллектив? 10. 10 основной и еще плюс 1 основной. Понятно. Спасибо вам большое. Я хотела вам тоже пожелать удачи. Спасибо. Чтобы вы развивались дальше, чтобы такими дружными оставались не только 10 лет, но всю жизнь. Спасибо большое.